Друзья, сегодня у нас особенный выпуск. Сегодня в своих руках я держу Xiaomi Mi 5C. Это просто невероятно красивый, ультратонкий и легкий телефон, построенный на Surge S1 в 8-ядерном процессоре с 4 ядрами, которые работают с частотой 2,2 ГГц, и 4 ядрами с частотой 1,4 ГГц. Таким образом, по заявлениям Xiaomi, им удалось соблюсти баланс между производительностью и энергопотреблением. В качестве видеоускорителя в аппарате установлен Mali 850T, который поддерживает видео с разрешением 4K и обеспечивает безупречную производительность в играх. И самое важное во всем этом то, что процессор Surge S1 разработан самой компанией Xiaomi, и Mi 5C является первым и на данный момент единственным смартфоном с этим чипом. И от успеха этого предприятия зависит не только дальнейшая судьба компании, но судьба всей индустрии мобильных устройств в целом. Более подробно об этом вы можете узнать на моем личном канале. В телефоне также установлены 64 гигабайта внутренней памяти и 3 гигабайта LPDDR3 оперативной памяти. Первое, что люди обычно хотят знать о дизайне, это как телефон вообще лежит в руке. И лежит он отлично. Более того, я могу с уверенностью утверждать, что Xiaomi Mi 5C один из самых удобных и в то же время красивых телефонов на рынке. Телефон идеально умещается в ладони, более того, сразу заметно, что он был немного усовершенствован по сравнению с оригинальным Mi 5. Теперь Mi 5C совмещает металлический корпус с пластиковыми вставками сверху и снизу и 2,5D-дисплей с диагональю 5,2 дюйма. Он немного тяжелее предшественника, но в то же время на миллиметр тоньше. У меня на данный момент только черная версия смартфона, но Xiaomi также выпускает устройство в золотом и розовом золотом цветах. Сверху располагается 3,5-миллиметровый мини-джек для наушников, инфракрасный датчик и микрофон для шумоподавления. Снизу у нас USB Type-C, динамик и микрофон, а справа кнопка выключения и качелька громкости. Спереди в телефон установили датчик приближения, голосовой динамик, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, а также дисплей и супер отзывчивый сканер отпечатка пальцев, который спрятали в физическую кнопку «Домой». Дисплей обладает Full HD разрешением, он очень яркий, красочный, на нем прекрасно видны все детали, ну, а IPS-матрица обеспечивает его отменными углами обзора и четким текстом. Дисплей очень насыщенный, с отличным белым и глубоким черным цветом. На таком будет удобно смотреть фильмы, играть или читать. Да и, в общем-то, все на таком дисплее делать удобно. Сзади у Xiaomi расположилась двухцветная светодиодная вспышка и 2-мегапиксельная основная камера с апертурой f2.0, размером пикселя 1,25 микрометра и оптическим стабилизатором. Камера, как в общем-то и все в телефоне, впечатляет. Особенно это касается фото при хорошем освещении. Камера очень быстро фокусируется и обладает широким динамическим диапазоном. Фотографии получаются очень четкими, с отличной передачей цвета. Телефон также имеет ручной режим, если вы хотите иметь полный контроль над съемкой. Xiaomi Mi 5C построена на базе операционной системы Android 7.0 с кастомной оболочкой MIUI 8.0, которая богата дополнительными функциями, которых так не хватает в оригинальном Android. Так, например, вы можете переключаться между многочисленными темами рабочего стола, записывать телефонный разговор или выбирать между различными режимами батареи. И, в общем-то, MIUI позволяет тонко отстроить телефон под себя, хотя на самом деле многих немного смущает отсутствие главного меню приложений. AnTuTu показывает результат около 60 тысяч попугаев, и неудивительно, что при таких показателях бенчмарка производительность в играх практически идеальна. Любые AAA проекты, будь то танки, асфальт или Modern Combat 5, будут работать очень плавно и без подвисаний. И на сегодня все. Кликайте тут или переходите по ссылке в описании, чтобы приобрести устройство в магазине Geekbuying. Ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание и до новых встреч!